Опера в Москве состоялась премьера моноспектакля «Человеческий голос». В заглавной роли певица Тамара Гверцители. На сцене только женщина и музыка. Одна акне опера композитора Франсиса Пуленко – это монолог о горе и страдании покинутой героини. Действие длится 1,5 часа и представлено в форме телефонного разговора с невидимым собеседником, который для зрителей становится реальным действующим лицом. Одной из особенностей моноспектакля стал собственный аромат. Сочетание цитрусовых с пряным лотосом и перцем – дополнительный проводник чувств и эмоций. Но это сильная любовная история, поэтому всегда и интересует, и, наверное, сердце щемит, когда слушаешь эту музыку, тем более исполняешь. Это для меня огромное душевное и вокальное потрясение, и как музыканта. Тамара Гверцители, она занимает уникальную нишу на нашей эстраде. Выделяется она невероятной искренностью того, что она делает. Для нее это не шоу-бизнес, а она занимается искусством. Следующий моноспектакль «Человеческий голос» пройдет в Геликон-опере в воскресенье.